Друзья, здравствуйте, меня зовут Наталья. Сегодня мы опять идем в рыбный магазин «Рыбна на Сулода». Мы были здесь зимой, кто смотрит мои видео, знает об этом. И сегодня мы опять идем смотреть на рыбу. Какая здесь цена, что можно купить, что изменилось здесь. Внутри немножко поменялся магазин. И давайте узнаем, что и как здесь изменилось. Заходим в сам магазин. Здесь можно отдохнуть, кто хочет, кто сильно устал. Так, и смотрим, что здесь внутри. Так, вот такой магазин. Здесь появились немножко другие витрины, холодильники. Кто помнит видео старое, здесь было все по-другому. Вот, ну давайте рассматривать магазин. Смотрите, можно купить яйца. По 35 гривен и по 28 гривен. Поэтому на рынок ехать не нужно. Кто живет близко, можно прийти прямо здесь все купить. Так, дальше давайте посмотрим, что в холодильниках. Здесь вареники, пельмени, замороженное все. Смотрите цены. Вот пельмени 85. Бон-бульон, пельмени со свининой и яловичиной 100 гривен. Вон там еще есть пельмени другие. Большой выбор. Вот варенички 58 с капустой, 55 с картошкой и грибами. Вот есть такие палочки моцарелла. Так, что еще? Хинкали по 100 гривен. Сырники по 179 гривен. Котлеты домашние по 115 гривен. Дальше, смотрите, блинчики можно купить с мясом по 78 гривен. Домашние с сыром блинчики. Ну и котлеты разные. Идемте дальше, посмотрим, что еще есть в холодильниках. Тут полно креветок. Давайте узнаем цены. Креветки по 375 гривен, немножко меньше, по 340 гривен. Есть вот такие вот по 450 гривен. А дальше мидии 299. Отдельно хвосты креветок 430 гривен. Так, смотрим, что еще здесь. Туба кальмара 250 гривен. Клешни краба. Первый раз такую вижу в продаже. Так, 850 гривен. Интересно как. А вот большие креветки, лангустины с головой 420, а без головы 520. Морской коктейль 210. Лобстер 650, не знаю, что это, честно говоря. Форель продается. Так, это все рыба мороженое и морепродукты, все замороженное. Дальше еще один холодильник. Тут можно купить молочные продукты, молочко, пряженка, сливочное масло. Или это маргарин? Это маргарин, наверное. Масло выше, да, масло вот повыше. Сливочное масло продается. Вот так, что еще? Сыр можно купить. Вот такой вот сыр можно купить. Смотрите, вот такое молоко в пакетах можно купить. Еще холодильник. Здесь продаются мясные продукты. Вот цена на фарш. Не вижу, цена немножко стерта. Дальше куриные, покажу цены, потом покажу сами продукты. Курячие желудки, куриные, сердце куриное, печенка и так далее. Вот, ну а вот как товар этот выглядит. Смотрите, все запакованное, расфасованное. Вот такие есть тоже замороженные полуфабрикаты. Для тех, кто дома, ну, готовит мало, допустим, блинчики, можно купить готовые и их разогреть и приготовить.
Ну а теперь мы доходим до рыбного отдела. Вот такая рыбка пахнет вовсю. Дальше напитки. И потом пошел очень большой холодильник, в котором и спрятана вся рыба. То есть вся рыба находится в хороших условиях, она в холодильнике. Здесь соленая сушеная рыба. Я вам покажу цены. Вот, можно посмотреть, вот плотва продается, корюшка, 550 лещ, соленый окунь. Уже почищенный. Так, дальше вот смотрите, хребты холодного копчения по 100 гривен. Фумер какая-то рыба, не знаю, что это. 385. Брюшки семги 200 гривен. Так, что еще? Фарш. Фарш свиной, свиноговяжий. 66. Рыбку смотрим, рыбку, да, у нас в Харькове моря нет, океана нет, а рыба есть. Хребты копченые, кальмар копченый 325 гривен. Вот что еще, скумбрия, сейчас немножко ниже покажу, скумбрия 280, ставрида холодного копчения 270, балык марлина 725 гривен, балык тунца 725 гривен. Так, что еще, какие тут, смотрите, балыки есть. Балык масляная 750 гривен, балык палтуса тоже 750 гривен, очень большие такие куски рыбы. Вот форель копченая 650. Так, это попроще рыба соленая, просто селедочка вот есть 155 гривен, селедка Исландия 125 гривен, вот мойва холодного копчения 196 гривен, салака 170, дальше на заднем плане это спинка куриная по 35, минтай по 140. Это все холодильник, я вам показываю. Крыло по 88, треска красная по 150. Дальше есть рыба и морепродукты, икра. Она расфасована в баночке. Вот, ну, называть долго цены, поэтому вот то, что видите, я вам показываю. Дальше еще хек мерлуза по 160, салака крупная. Вот, по 85, бычок по 110, филе селедочки есть. Ну, вот такие цены на рыбу в этом магазине. Опять же, видите, все в холодильниках, все спрятано, не портится, потому что уже лето. Вот, бывает, что на базаре может даже покупать и нежелательно. Ну, а здесь очень даже можно купить. Мойва 105 мороженое. 65. Так, что еще тут есть, смотрите, давайте я больше немножко камеру вниз. Шпроты по 160, голова лосося по 100 гривен, а сам лосось по 510. Вот, дальше грибочки есть, соленья разные, это то, что уже готовое, можно кушать. Икра не вижу название, немножко стерлась. Черная 285, икра форели 290. Вот такая есть рыбка. А, это мидии. Мидии расфасованные. Да, мидии и кальмары. Ну, смотрите, огромнейший холодильник. И здесь полно-полно рыбы. Ну что, идемте дальше. Тут касса, весы. Так, что еще есть? Смотрите, тоже у нас икра уже в баночках расфасована. Сейчас немножко увеличу, посмотрим цены. Это икра горбуши по 400 гривен за 100 граммов. Мясо лосося или кижуча, не знаю, что это. Кальмары по 270, крабовые палочки есть.
Вот еще рыба тоже, кинг клип. Большая рыба по 320 гривен. Так, филе ментая по 140, филе хека по 270, селедочка. Что еще, смотрите, в общем, можно купить соленье. Ну, короче, если вам нужно купить хорошую рыбу или замороженное мясо, можно прийти сюда, вот и сырочки есть, видите, икра. Вот, можно прийти сюда и все это купить. Кетчуп есть. Так, а что это такое? А чипсы? Чипсы, я не знаю, это, наверное, рыбные, что ли. Честно говоря, я не сильно разбираюсь. А курка? Курка шашлык, вот написано, по-моему. Курка медовая. Индычка по-италийски. Вот такие чипсы, оказывается, есть. А, смушки. Вот, еще сыры тоже. Вот я вам показываю, какие сыры можно купить, по какой цене. Вот это уже кусочки, наверное, расфасованные и оцененные. Просто берете, платите. Не нужно ждать, пока вам взвесят все это. Все расфасовано. Ну и колбаска. Еще холодильник с мороженым. Но как же без мороженого, тем более летом. Все как у людей. Так, еще интересные штучки, так это под пиво. Тут, кстати, появилось пиво, покажу сейчас. Поэтому можно купить пиво и сразу закусочку. Стружка кальмаров, кольца кальмаров, побутынка с перцем, вот, лосось тоже. Вот видите, при желании, наверное, это вкусно, я думаю. Так, рыбная насолода. Идемте посмотрим пиво. Тут целое дело. Видите, как красиво сделали. Этого не было. Так, вот такие вот намазки на хлеб есть. Я покупала раньше в Росте. Вполне вкусно, мне нравится. Вот это тоже икра. Но это, наверное, икра искусственная. Вот, я думаю, что это недорогая икра. Вот, такая тоже имеет место быть. Вот акция, да, это икра искусственная. И мы, собственно говоря, много лет ее и ели. Вот такую икру. Так, что еще? Приправы есть, пиво уже в баночках или в бутылочках. Дальше орешки. Орешки можно купить. И смотрите, что еще. Опять же, расфасованная рыбка, кальмары и пиво. Так, давайте посмотрим. Это вот, наверное, тара. Справа тара. Вот, 0,5 литра в литр. Это стоимость бутылочки. А это, наверное, цена на само пиво. Да, 0,5 литра или литр сколько стоит. Но я, честно говоря, такой знаток пива, как и алкоголя в целом. Не знаю деталей всех, но говорю, кто хочет. Можно купить и рыбку, и пиво, вот. Так что для любителей получите массу удовольствия. Так, ну что, ветчинина. Ну, такая рыбка, еще и чипсы есть. Вот, немножко вам это место разрекламировала. Тут, видите, все изменилось. Наверное, мои зрители постоянно это уже заметили. Потому что здесь было все по-другому зимой. Вот место, где я стою, здесь стояли столы с рыбой. Вот теперь видите, все как бы по-другому стоит. Вот поэтому магазин классный. Чисто все ухожено, нормальный приятный запах. Поэтому приходите, вам понравится. Вот он находится на улице Плехановской, бывшая Плехановская. Теперь это улица Георгия Тарасенко. А номер дома я подзабыла. Сейчас спрошу и скажу. В общем, Плехановская, 18. Я спросила у сотрудников. Вот, так что приходите, вам понравится. Все, друзья, я буду видео заканчивать. Если было интересно, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. И будем дальше по Харькову гулять вместе. Я вам покажу еще интересные места у нас в Харькове. Все, до свидания.